Стар. Сразу же, конечно, у главного входа стоит в тенечке сотрудник. Вон машина. Стоит машина. Теперь дальше. Дальше что мы видим? Дальше мы видим вот такую вот картину. Вот стоят здесь, получается. Еще вот здесь стоит. Оцеплен. Гостиница «Турист» оцеплена. «Жастар» оцеплены по периметру. Памятник. Памятник тоже, шансов нету. На памятнике вон стоят, получается, сотрудники. Через дорогу на светофоре стоят сотрудники. Здесь по углу стоят сотрудники. В общем, весь этот квадрат у них под контролем. Ну, памятник в доступе.